Международный розыск объявлена супруга бывшего акима Алматы Виктора Храпунова Лейла. Финансовый полицейский подозревает ее в мошенничестве, отмывании денег, пособничестве мужу и создании преступной группировки. Суд выдал санкцию на арест обоих супругов. Напомню, в отношении Виктора Храпунова заведено и расследуется 20 уголовных дел. 8 февраля этого года он был объявлен в международный розыск. Несколько лет назад бывший казахстанский чиновник с семьей эмигрировал в Швейцарию. Агентством продолжается расследование уголовных дел в отношении бывшего акима города Алматы Храпунова, его супруги Храпуновой Лейлы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток, а также легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.